Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, с вами снова Некрос, и мы продолжаем играть в Half-Life, легендарнейшую игрушку. Мы заполучили дробовик, и у нас есть напарник. Давайте-ка уберемся отсюда к черту. К чертовой бабушке. А что у нас, интересно, здесь находится? А здесь у нас аптечки. Неплохо. Аптечки, патрончики, да? Энергия. Ну что ж, друг мой. Боевой, пойдем. Время засадить дробинки кое-кому. Кое-куда. Так, поднимаемся здесь. Поднимаемся наверх. Не хочет подниматься. Гордон. А-та-та, какой плохой крабик. Нехорошо нападать из-под тишка. Какое слово-то, господи. Язык сломаешь. Ух ты! Вот ты был невнимателен, поэтому умер. Крабик, нет! Крабик тебя убьет. О, и что же мне делать? Не помню, по-моему, здесь нужны гранаты. Они у меня как раз имеются. Ой, сломалась пушечка. Вот так вот. Правда, потратила гранат. Но, оп, тем не менее, сейчас мы заберемся. Опа! Ну, сюда нам не особо и надо было. Зато пушечку мы сломали. И это важно. Это главнее. Это важнее всяких там патронов. Ощущение то, что ты что-то сломал. Так, а это что такое? Я такого рычажка не помню. Это хорошо. Это очень хорошо. А что тут еще есть? Патроны. А, я помню это место. Ха-ха. Не зря, не зря. Я пушечку сломал. Очень даже не зря. О, ребята, не-не-не. Ну, хотя, в принципе, чего уж там. Гранатками. Гранаток у меня мало, а патриков у меня завались. Так что утят я этих легко положу. Там нет их, надеюсь, больше. Нет, больше. О-о-о. Давай, убивай сам. Нечего нам патроны свои тратить. Вау, да, это так близко было. Так близко, что аж далеко. Ух ты! Напугать нас решил. Крабец. Приятно видеть тебя. Ну и мне тоже очень приятно видеть здесь хоть кого-то живого и адекватного. Вырубил свет. О, ребят, здрасте. Ой, по-моему, зря они. Не тот они путь выбрали. Ладно. Сделаем вид, что ничего не произошло. Ух ты. Ух ты. Как тебе моя дробинка? Нравится? А у этого оружия есть еще и альтернативный режим стрельбы. Тремя, что ли, патрона? Вот так вот. Это очень больно. Не понимаю я ваш язык, но... Это мне и не нужно. Ой,
Чего-то вас много хвата. Мне не нужно знать вас... Ой, ваш язык, чтобы вас убивать. Так, вот это я понимаю сложность. Урычо, урычо. Где вы? Ну-ка, где вы? Куть-куть. Ага. Ясно. Думаете, самые умные? Я знаю физику. Тот, кто знает физику, тот... самый умный. Ваш доисторический мозг... вам не поможет. У меня есть оружие. О, даже так. Неплохо. Раскормили-то вас. Неплохо, ребята. Не балуйте так. Я смотрю, здесь не продохнуть. Везде эти твари. Куда ни погляди. О! Хедшот. Оу, е. Так, ну, напрашивается. Напрашивается здесь. Убийство. Штукенцы этой. О! А вот и ты, друг. Стоит ли? Нет, нужно здесь сидеть и ждать, пока ты умрешь. Конечно, стоит. О чем речь? Пойдем, 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 пойдем. Пошли. Конечно, пошли. Так, здесь мы все облазили. Все хорошо тут у нас. Здесь что? Патрики подбираем обязательно. Перезаряжаемся. Что-то мне не нравятся эти звуки. Они шли отсюда. Дарила. Опа. Уходи, уходи. Эйнштейн, ты же такой умный. Был. Куть-куть-куть. Куть-куть-куть. Да, умник. Умник ты. Ух ты. А он еще один умник. Ну ты-то хоть не пойдешь? Ну слава тебе, Господи. Есть еще умные люди на земле. Не перевелись. Здравствуй, друг. Прибыли военные. Они идут нам на помощь. Они идут нам на помощь? Ну я надеюсь. Знаю этих военных. Пойдем. Ты не надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Пойдем, 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 пойдем. Не кипишуй. Фриман всех спасет. Что это такое? Турелька! Я так не играю. Значит, турелька, да, говорите? Окей. Турелька, значит, получай. А, нет, смотрите-ка, не взорвалась. О! Давно не виделись. Ладно, турельку я эту оставлю в покое. Она мне пока не меш... Взрывчатка. Все, убрались? А, не-не-не-не-не, смотрите-ка, еще агрессирует. Хедшот раз. Хедшот 2. Вот и все. Вот дробовик наш. Тащит игру. Сэр, привет, сэр. Эй! Что я тут делаю? Я тут... я тут пытаюсь помочь выжить хоть кому-то. Что я тут делаю? Ничего себе, ты наглый. Я тут, знаешь, воюю. А ты мне еще... нотации читаешь. Получи-ка ты... получи-ка ты по голове. И вы, ребята, тоже. Вы мне не нравитесь. И я вам не нравлюсь. Поэтому давайте сделаем это тихо, без шума и пыли. У-у-у! Так, здесь мы все зачистили. Здесь все хорошо.
Вот здесь все плохо. Да, один из этих ребят. Да. Ух ты. Ой-ой-ой. Друг, я, конечно, понимаю, ты сильнее от краба, но... Это еще не повод выпендриваться. Больше гранат. Это нам пригодится. Ух ты! Что за ганги? Бомбануло по нам все-таки. Всю броню сняли, вот гады. Теперь придется лечиться. А лечиться, благо, есть где. О, нашел хороший ход. Хороший ход я нашел. Что у нас здесь полезного? Так. На всякий случай дроба... Блин, вот туда лучше не прыгать. Там... А то я не знаю, что вы меня тут ждете, дорогие крабики. Я, конечно, люблю животных, но... Не таких. Не таких. Нет. Нет, сэр. Так, где-то мы тут в интересном месте появились. Тут я уже был. Идем дальше. Лазим, лазим. Как Спайдермен. Вот так. Здрасте. Какая встреча? Ой. Я думал, вы закончились. А вас тут еще много, я смотрю. С запасом. Щедра матушка природа. Да? Спалился. Камуфляж тебя подвел. Выживать сильнейший. И умнейший. А что, все что ли? Ага. Нет, не все. Аптечка. Фонарик. Все включено, как говорится, all inclusive. А здесь я уже был, кстати. Можно? Можно на балкон, можно куда хочешь. Только шуметь не надо. Шуметь не надо. Шуметь не надо, шуметь. Шуметь не надо. Все нужно. Все, что нужно, все нужно. Так, я вернулся туда, откуда пришел. Значит, иду я немножечко не туда, куда следует. Вот сюда надо сходить. Вот там я не был. Интересно. А где же нас... А где же наш охранник? Куда он там подевался? Друг? Ты где? Давай, пойдем. Да, мы можем прожить дольше. Мы можем прожить? Ну, я надеюсь. Так, насколько я помню, он... Где я его нашел? Здесь я его нашел, да? Значит, идти мне нужно... Чё-то я заблудился, ребят. Эксит. А, ну все правильно. Вроде как. Или нет? Нам наверх. Нет, отсюда я пришел. Видел, видел. Не хватало только тебе сдохнуть. А что, он убил, что ли? О, нифига себе, что у тебя за оружие, друг? Что ты убиваешь турели? Ну ты даешь. Так, что-то я совсем заплутал. Этот ящичек мы еще возьмем. Тут мы все облутали.
Все нормально и все хорошо. Отсюда мы пришли. Здесь пустота. Все правильно, значит. Ну, больше нам деваться некуда. Так. Пойдем. Пойдем? Пойдем? Пойдем. Все, пойдем. Но мне кажется, идем мы неправильно. Да, идем мы неправильно, увы. Здесь я уже был. Значит, что-то я пропустил. В вентиляционном канале. По-любому. По-любому загвоздка там. Так. Что же, где же? Где же, что же? Вот она. Вентиляционка. Еще раз мы сюда залезем, посмотрим, что не так, что мы пропустили. Так. Здесь мы всех уже поубивали. Здесь все нормально. Дальше мы можем пройти. Дальше мы пройти не можем, и нам это не нужно. Так, здесь я тоже был. Там пустота. Так, ну и отсюда, в общем-то, я... Падаю вниз, да? Ну, а раз такое дело, значит, надо возвращаться. Значит, больше нам идти некуда. Где ты там? Сесуриту. Спускаемся вниз. Ух ты, я поранился. Надо же. Да, конечно, мы бы имели больше шансов. Да, конечно, пойдем. На выход, на выход, на выход. Я даже не знаю, стоит ли идти дальше. Хм, я сам не знаю. Но что-то нам нужно делать с этим. Может, тоже со мной сходишь? Ладно, я прикрою. Хорошо, пойдем. Солдатики, let's go. Что тут у нас? Угу. А где солдаты-то? Вы где? Фу, глупые. А может, это я глупый? Здесь я уже был. Здесь я тоже уже был. Везде я был. А вот вы. Да, пошли. Пойдем. Так, здесь я тоже был. В общем, вернулся я, откуда пришел в итоге. Сейчас я вас буду собирать, мои дорогие солдаты. Так. Сейчас будем искать. Ты где? Я по караулу. Кого ты покоролишь? Ну ладно, почему нет? Идем. Одному умирать скучнее. Одному умирать скучнее, конечно. А ты как думал? Не откроется, нет? Так, здесь мы уже были, здесь все нормально.
Интересно. Пойдем как остальным. Ты куда? Ты чего? Ты что наделал? Идем. Пойдем, пойдем. Пойдем. Идешь? Ладно, я обезопасил этот район. Давайте-ка уберемся отсюда. Ясно, не хотят идти. Не хочет идти народ. Что же я упустил? По-любому мне подписчики скажут, какой же ты некрас невнимательный. Ладно, я прикрою. Да, конечно, мы победили. Ну, такой уж я. Такой уж я. Так, ну тут мы помним, что было. Кое-что нехорошее. Вот выход, кстати. Но мы опять же оттуда пришли. Да? Вот мы сюда заходим. И оказываемся в тупике, насколько я помню. Да, все оказалось гораздо проще, чем я думал. Я уверен, вы сейчас негодуете, а кто-то сейчас заливается смехом, но, черт возьми, мой канал, он для того и нужен, чтобы вас развлекать, поэтому все правильно сделано. А поскольку вы, ребята, с моим творчеством знакомы прекрасно, вы уже замечали, что я очень часто перемудриваю. Серия получилась довольно странной. Больше половины времени я просто пробегал туда-сюда. Но бывает, бывает. А поскольку я у нас крутой голливудский актер и все записываю с одного дубля, вот и получается. Вот и получается, что все ошибочки наши не монтируются. Так, тут что? Ух ты. Тут морозильник. Морозильник. Мясцо. Дайте-ка я на вас посмотрю. Есть кто живой? Тут очень холодно. Опа. Здравствуй, друг. И прощай. Включаем нечто. Ага, вагонеточка. Вагонеточка это... О, живой человек. Здравствуй, куда ты бежишь? А, понятно. Ух ты, как я получил-то больно. Хотя не так уж и больно. Так, патрики тут у нас есть. Патрики. Ящички, сейчас мы их всех проверим. Мало ли там что. Здесь мы уже побывали явно. Так, 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 так. А, двигается она постоянно, да? Мы запустили механизм, и это хорошо. Теперь нам нужно немножечко полазить. Так. Вот это вот совершенно лишнее. Тут находится существо. Мы его убираем. И ползем, 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 ползем. Интересно, как же мы залезем туда? Ну-ка, сейчас проползем мы тут немножко. Вот. А другое дело. А что нам это даст, интересно?
А, вот что нам это даст. Оп. Заскакиваем. Следующая остановка. Выход. Следующая остановка — хэдкраб. Ну как же без них? Оу. Спасибо, друг. Я у тебя одолжу немножко полезных плюшек. Время выбираться. Необнадеживающая картинка. Это явно лишнее. Тут еще и... Ой, тут еще и водичка, походу. Так, подбираем, подбираем. Нам нужно больше полезностей всяких. Наподбирать. И поднимаемся наверх. Оп. Срываемся. Ну, бывает, ничего страшного. А, может быть, лучше дедовским способом. Как настоящий Спайдермен, как принц Персии, мы поднимаемся наверх и залезаем в другую, уже в другой вентиляционный отсек. Правильно ли я иду, пока непонятно. Но вот этот хэдкраб явно мне дорогу не подскажет. Почему-то мне так кажется. О, загрузка. Загрузка. Загрузка — это хорошо. Но это, скорее всего, означает, что я что-то мимо чего-то прошел. Мимо чего-то важного. Поэтому давайте-ка вернемся. И посмотрим, что у нас... Знаете где? Что у нас... Да, вот здесь. Вот с этой стороны. Ничего. Я зря шел. Ну что ж, мне ничего не остается, как покинуть эту вентиляцию и продолжить общаться с коллегами. А к чему приведет это общение, вы узнаете в следующей серии, господа и дамы. С вами был Некрос, Half-Life. Не рассчитывай на то, что нас тут найдут. Надо добраться до поверхности. Всем пока. Лифт не работает, но мы можем лезть.